Едем на 3 дня на Телецкое озеро. По правой стороне с дороги открывается вид на реку Бия. Остановились посмотреть на подвесной мост через реку. Озеро Телецкое. Вид с горы Силанту. Мы сейчас на обзорной площадке. Поднялись на гору и поймали хорошую погоду. И наслаждаемся таким красивым видом. Катера курсируют. Прогулочные. Оставляют самые красивые следы. Курорт. Это классно. Отдалимся, посмотрим на вид сверху. Вот остановились мы. Кедровый берег. Домики. Все, правда, на косогоре стоят. Ну ничего, уютно. Такая парковочка сверху. На территории бесплатная. Это общая кухня.
по территории много стоит домиков. Мы выбрали сам внизу по выделению. Такая природа. С погодой более-менее повезло. Такие апартаменты. Две кровати справа, одна слева. Стол, резетка. Лучше, чем в палатке. Еще вечером дадут обогреватель. Постельная. Постельная. Теперь пойдем прогуляемся. 1,5 километра, да, до водопада. Посмотрим водопад. А вечером уже будем поджигать мангал. Тут поставили мы автомобили. Нет, до водопада тут рядышком. А напротив у нас река. И гора. Выйдем на дорогу и направо. Рядом с турбазой, где мы живем, есть водопад. 1,5 километра по асфальту. Называется водопад у Третьей речки. Нам в принципе, очень доступный для бесплатного посещения. Такие лавочки. Вечером даже подсветка тут работает. Так, есть фонарики. Что за указатель? Посмотрим. Растительность. Так, это что у нас такая? Мешайники. Везде оборудованные лавочки. Где можно посидеть. Вот местные жители так выглядят. Еще плакат. Следы птиц и зверей. В конце тропинки смотровая площадка, немного полетаем.
Добрались мы до 11-го пирса на прогулочку. Еще раз повторяю, скользкий, осторожно. По озеру поедем на прогулочку. Так, я замыкающий. Это японский? Японский? Так, я за рулем не поеду. Хорошо, ходите. Жилеты вам всего сбоку, набрасывайте тоже. Все, готовы? Дайте нам жилет. Вы не пройдете, на машине не проедете, и два вертолета не отнесет. Вот она синхронилась. Ну, сами увидите, как было на тысячи лет назад, так и осталось. Справа домики, видите, ребята, это гостиница. Впереди дорогая московская труба за Алтай Виллаж. Там отдыхающие. А это гостиница, здесь обслуга живет. А как они туда? Там дорожку сделал на квадроциклах, или водой перевозят. Ну, туда и вертолеты они, да? Вертолеты накинули. На Алтай Виллаж только вертолетов поставлено. Ну, можно и водой, но они вертолетами все равно. Она зимой работает, речка замерзает зимой, это река, озеро не замерзается, но она работает. Вот перед нами Телецкая, два последних баки, но больше не будет покину. Все, где мы идем, в октябре будет земля. Здесь узкий проход, вон. А этот бакин белый на земле будет лежать. Там канава проходит. И выходим в Телецкое. А это получается уже Бия? Это Бия, Бия, вот озеро. А вот последняя бакина, это мель ограждает. А там красная тоже, камни ограждают. Все это очень видно, будет сейчас вода здоровая. Такая дорожка идет к самому водопаду. Такая полянка для фотографий, для обзора. Идет дождь. Сегодня что у нас? 15 июня. Ну ничего, это всегда позитивно на все смотреть. Водопад всегда красив. Сегодня он такой полноводный, потому что еще зимние воды идут. Очень красиво, мощненько, ну туда все. Остановка у нас. Стола борта. Я сейчас поставлю катер, он уже встречал. И вы будете выходить, как белые люди. О, спасибо. Водопад Эстюга. Высадили? Вера, двигаемся. Так, а вот табличка у нас. Водопад Эстюга. Там, слышь, вода шумит. Нам на шум воды. Вот по тропиночке пойдем. 20 минут там можно. Да, погуляем, нам хватит времени посмотреть. Дальше поедем.
на катере посетили 3 водопада и место падения метеорита. Этот объект пробил наши скалы на глубину 60 метров. Там взорвался, выбросил массу камней. Вот справа у нас каменный полуостров, это вот засыпано камнями. Видите, гора образовалась длинная от выброса. А за этим выбросом сама воронка. Глубина воронки когда-то была 60 метров. Сейчас она закатилась за 300 лет, землю потряхивала и стало все 18. Ну сейчас как раз жарко. Ну, мы своими глазами видим, что это не природное образование, а белый поклон, не природное. Место, куда упал метеорит. Круглое место внутри. Слетаем на 2 километра до места падения метеорита. Место падения метеорита, вид сверху. Возвращаемся.
теплоход «Пионер Алтая».